мы начинаем следующее выступление. Следующий доклад от Максима. Ребят, поприветствуем. Спасибо. Спасибо. Мой доклад, я хотел бы начать с вопроса. Кто из вас использует AWS в повседневной своей жизни? Сколько сервисов AWS вы используете? Кто использует больше, меньше 5? Кто использует больше 10? О, молодец. А больше 20, 50? Ну, 50 много. А EC2, CO1 еще богато. Возможно, ты прав. Итак, мы познакомимся. Меня зовут Максим. Я в данный конкретный момент технический лид проекта CreatorIQ. Мне очень нравятся облачные технологии. Я прям ратую за них и готов отстаивать свою точку зрения в любых баталиях словесных, любых, как сказать, столкновениях интересов. Поэтому сегодня мы с вами поговорим про клауд-технологии, как их привлечь к себе, что вам дает AWS, какие выгоды. А может быть, кто-то возразит мне и скажет, что выгод нет, и там одни потери. Но для этого есть Q&A-секция. Итак, в основе всего лежит Configuration Management и Configuration Data Management Entities Database. Да? Большое хранилище разных сущностей, из которых состоит ваша система. В этой сущности, в этой одной большой системе, это не она на картинке, там просто по презентации должна быть картинка сбоку, поэтому это такая нейтральная картиночка. Но Configuration Management занимается тем, что превращает абстрактные знания про архитектуру, про связи внутри вашей системы, про сервисы, которые служат вашей системе. Например, сервис отправки имейлов. Это часть Configuration Management, которой надо заниматься. Я не зря... Здесь на самом деле 7 основных таких столпов. Да? Я не зря не стал ставить троеточие, потому что их можно насчитать больше, но это будет притянуто за уши. На самом деле большинство единиц конфигурационного менеджмента, да, большинство его составных частей, они хорошо ложатся на этот список. Например, в провиженинг уезжает ваш деплой, машины, которые деплоят, машины, которые собирают, машины, которые тестируют, машина, где Jenkins, машины, где Jenkins агенты. И вот это вот все, это провиженинг. Это провиженинг вашей аппликации. Change Management. Что это? Я начал не зря с середины списка. Change Management, что это? Не только. Я бы сказал, в терминах конфигурации мы не рассматриваем код. Код — это просто отдельная структура, которая потом помещается. Это артефакт. Артефакт какой-то версии из Artifact Storage. Это может быть ваш Git, это может быть любой репозиторий Bitbucket, это может быть файл, архив, это может быть что угодно. Код определенной версии, есть артефакт, который используется в Configuration Management для deployment. No more. Ничего больше. Change Management. Что делать при смене операционной системы? Что делать при смене версии, например, по системе очередей? Что делать, как переходить, как делать обновление этих узлов и так далее? Host and OS Configuration, да? То есть код — это больше в application configuration. То, что нам нужно для аппликации, это код, какие-то локальные папки, разрешения, права пользователей, подключение к database, виртуальная сеть для одной группы, да, load balancer, через который в load balancer, например, да, машины и так далее. Host and OS configuration — это легче намного. Намного легче оперировать машиной как сущностью. Есть миллиард софтвер, да, которые умеют инсталлировать туда любые пакеты, контролировать их состояние. Но знанием о том, что нам нужно поместить туда, работает ли это или нет, является мониторинг. И мониторинг — это один из больших проблем Configuration Management. К
Как мы можем знать, что не работает инфраструктура? Как мы можем реагировать на это? Как мы можем сделать это знание полезным для нас? Что мы можем промониторить в каждом отдельном узле? Это большой, огромный перечень вопросов, который лежит перед каждым не только DevOps, но и архитект. Потому что знание о наступлении события недостаточно для того, чтобы сделать что-то полезное. Нужна еще и реакция. Я покажу, как эти реакции проходят, да, что мы можем взять из AWS для того, чтобы притворить в жизнь такой рай и прекратить тратить деньги. На что мы тратим деньги? Все заметят, что это тот же самый список из первого предыдущего слайда. Я постоянно буду обращаться к этому слайду. Мы тратим деньги на все. На инфраструктурные, допустим, изменения. Это наши сервисы там, отсылки сообщений. Где-то RabbitMQ стоит, где-то Mongo, где-то MQP для там, ивентов и всякого такого. Где-то Database, это тоже сервис хранения данных. Я уже описал Computing and Resources. Где-то у нас есть машины, которые постоянно, например, конвертируют видео, если мы YouTube, да? Или если мы Instagram, подгоняют картинки, постоянно все этим занимаются, да? Которые в результате выливаются все равно в Host and Host Configuration. Которые в результате оперируют кодом, который туда попал через Provisioning. То есть на каждом из этих этапов все тратят деньги. Все тратят деньги, но вопрос какие? Если мы придерживаемся традиционной какой-то схемы, когда у нас есть машина, которая занимается одним или несколькими задачами, у нас есть DevOps или более квалифицированный разработчик, который устанавливает эти инструменты на эту машину. И после этого это как документация. После этого эта машина теряет актуальность. Документация, будучи выпущенной, на следующую же секунду меняет актуальность, иначе нам придется отслеживать ее состояние, на что она написана. Точно так же с Host and Host Configuration. Недостаточно просто задеплоить. Мы должны знать, что это хорошо, качественно, что это не vulnerable. У нас есть vulnerability scanning какой-то, тот же Nessus, у нас есть Zabbix, мы хотим знать, что происходит с… пока норм. Давай менять. Извините. С другой стороны. Все нормально? Отлично. То есть все эти заботы ложатся на наши плечи. Недостаточно просто выпустить машину в свет. Нам нужно о ней заботиться постоянно. Недостаточно выпустить сервис в свет. Нам нужно постоянно о нем заботиться. А теперь давайте считать. Мы все хорошие, технического склада ума люди. С цифрами должно быть окей. Сколько стоит, например, давайте сначала в человеко-часах сетап одной машины с Mongo или с RabbitMQ. День, час одной машины. Вот где-то у нас есть там стоечка, в стоечке есть виртуалочка. 4 часа. Сколько это выливается в поддержку, в мониторинг, час в неделю, час в месяц, да? Итого в месяц мы можем получить один день работы DevOps. Сколько стоит DevOps? Допустим, сколько-то денег. Мы берем эти количество денег, делим на 20 и получаем стоимость владения одной машиной или одним сервисом, да? Независимо от его нагрузки. Она маленькая, она большая. Нам нужно 30 таких машин, мы можем их это быстро повторить, или нам нужно производить операции по настройке нашего мониторинга, или что-то еще. Но есть базовая стоимость каждого сервиса и каждой машины. Это чертовски дорого. На самом деле, если у вас все ваше. Почему? Я не зря упомянул нагрузку, потому что мы наверняка не можем утилизировать один из сервисов, либо машины на какую-то, допустим, на 80%, да, чтобы не переходить границу отказа и загружать эту машину для того, чтобы делать эффективно эти деньги тратить. Да?
AWS предлагает совершенно фантастический подход, который позволяет уйти от вообще владения сервисом к использованию сервиса. И в данный конкретный момент я прекращу использование слова «машина» или «операционная система», потому что это тоже сервис. Это компьютинг, который уже есть, он настроен, его нужно только использовать. Amazon молодец. Это бесспорно. Молодец в чем? Он предлагает вам не заморачиваться со всеми вопросами, которые возникают подспудно с каждым из сервисов. Да? И не говоря про мониторинг, но говоря про поддержание этой машины в рабочем состоянии, их disaster recovery, бэкопирование и рестор этой машины в у них есть SDK для этого, в любой момент времени. Если это database, она автоматически бэкопируется по расписанию. Вы платите за гигабайты, да, но сколько стоит, например, возможность развернуть такой же инстанс database за час, если это большой инстанс? То есть мы говорим, допустим, о 500 гигабайтах данных, да, 1.5 терабайта – это немало, и они как-то должны перетечь. Это время, которое нужно включать disaster recovery планы, и оно вряд ли будет меньше, чем если бы вы сами владели инстансом database. Также это про on-the-go pricing. То есть вы можете платить за ресурсы, которые вы используете. Вам не нужно иметь машину с 8 CPU, допустим, или 8 ядер, 4 ядра и сколько-то гигабайт памяти, если вы можете заплатить за 30 транзакций, которые вы производите. Вам не нужна такой сервис для 30 транзакций. Вам нужен сервис большой, а точнее маленький, чтобы поддержать на данном этапе ваши возможности. Да? Но что происходит через полгода? Рекламная кампания в Фейсбуке, все ломятся на сайт, сайт не работает. Потому что заткнулась, например, database, или заткнулась где-то очередь на регистрацию, или заткнулась там еще что-то. Amazon позволяет скейлить, аутоскейлинг делать, я покажу там чуть позже как, практически каждого из ресурсов, которые есть в Amazon. Причем автоскейлинг иногда происходит за кадром, иногда он настраивается, иногда он by design для разных сервисов. Например, Amazon декларирует практически бесконечный storage S3. Ему не нужно скейлить, он сам такой, он уже есть. Такой, который он scaled. Да? Amazon декларирует практически бесконечный storage Amazon Glacier. Это сервис архивного хранения файлов, да, с большим временем доступа, но меньшей стоимостью. И во многих сервисах Amazon декларирует совершенно фантастические цифры. Например, Lambda можно запускать вообще в бесплатном варианте 2 миллиона раз в месяц. Потом приходится платить по десятым или сотым долям центов например, машины в автоскейл группе. Я покажу, там у меня есть цепочка, что мы сделаем, чтобы это делать. Они сами поднимают машину. Они, например, реплицируют database, они подбавляют воркеров в Amazon Aurora, это реляционная BD. Поэтому эти автоскейл штуки избавляют вас вообще от возможности, от вопроса, что нам делать с этим ресурсом, если его не хватит. Он есть, вы используете ресурс, вы используете сервис, а не единицу, которую вам же придется реплицировать силами DevOps. Также provisioning в каждой сущности в Amazon Web Services, каждого сервиса в Amazon Web Services, он индивидуален для этой сущности, это понятно. Но практически каждое базовое действие доступно из UI. Вы можете сделать табличку database, допустим, DynamoDB, да? Сделать инстанс обычной базы данных, сделать Linux-машину в EC2. Вы можете создать очередь и даже сделать паблиш в эту очередь из интерфейса. Еще больше в SDK вы можете делать. То есть эти инструменты on the go, они под пальцем. И
Backup and restores, они встроены в большое, я бы не сказал, что во все, но в большое количество инструментов Amazon, которые, опять же, вам не нужно делать, потому что backup инстанса SQL сервера, да, он, это известная обкатанная технология, ее надо делать. Ее надо делать, где-то хранить, тестировать постоянно recovery, потому что, как вы все знаете, есть все бэкапы, это бэкапы Шрёдингера, потому что пока не наступит рестор, мы не знаем, ресторится он или нет. И Amazon в себе содержит уже какую-то гарантию на, допустим, у них есть SLA, это Service Liability, Availability, что-то там. Короче, это гарантия, сколько сервис будет работать. Так вот, этот SLA у Amazon занимает несколько девяток, да, что больше, чем надежность той же одной машины, на которой мы можем взгромоздить database или Mongo или что-то еще. Поэтому, что там есть, что можно делать? Это как бы базовые подходы, которые позволяют быстро зайти в это облако, не используя каких-то тяжелых машин, не поднимая машины, не инсталируя туда ничего. Просто выполнять, делая функционал. Да? API Gateway, но не тот API Gateway, про который говорил Дима. Дима говорил про сущность API Gateway, я говорю про сервис Amazon API Gateway. Это отличная штука, которая просто конфигурирует REST endpoint, я прошу прощения, и реакцию на HTTP глаголы к этому endpoint. Все, ни больше, ни меньше. Мы можем выставить наружу REST интерфейс, он версионирован, он деплоится, у него есть stages, он конфигурацию замораживает любой из версий, и привязать к этому API Gateway AWS Lambda. Прекрасный сервис. Я не знаю, почему он появился последние пару лет только. Должен был быть с самого начала. Может, он и был для internal Amazon usage с самого начала. Это среда выполнения кода без среды для вас. Среда есть где-то. У них есть огромный парк машин, которые греют воздух в разных местах нашего земного шара. Но AWS Lambda дает просто возможность stateless запустить код на Python, Node.js, C-Sharp, что еще там, по-моему, Java и не помню, что. На чем? Doesn't matter. Уже четырех этих штук достаточно для того, чтобы манипулировать данными, запрашивать API, организовывать там параллельные какие-то запросы или вычисления, те же нода и промисы, пожалуйста. Промисол собрал, 300 запросов послал, по самому большому времени выполнения собрал все запросы. Но основная ценность Lambda – это то, что она интегрирована, как и большинство сервисов Amazon, с другими сервисами. Во-первых, под руками в Lambda есть AWS SDK. Это гигантская библиотека, из которой можно сделать все, что угодно в AWS. Общаться с любыми их сервисами. Также сама по себе AWS Lambda имеет интеграции. Я об этом чуть позже расскажу, про эти интересные такие интеграции между разными сервисами. Но вкратце Lambda может быть одной в цепочке, выполняя в цепочке разных сервисов, передавая ответ от одного к другому. Но если это канонические аппликации, бложик, user management, да, добавить, удалить юзера, сделать ему там edit, да, какой-то CRUD на сущность, то эту сущность все равно надо хранить. И у нас, я насчитал 4 чисто persistent storage для того, чтобы сохранить данные. Еще немножко можно как-то смухлевать и их сюда привести. Например, Amazon DynamoDB – это NoSQL Storage. NoSQL Storage, который имеет автоскейл по клику, по нагрузке. Они не чарджат вас за постоянно поднятую возможность обслуживать много запросов. Они смотрят, 80% загрузки за последние 5 минут. Давайте-ка увеличим пропускную способность. И это делается автоматически. Я просто это настраиваю, поднимаю руки, иногда получаю имейлы, если мне это интересно. Amazon Redshift – это реляционное хранилище, построенное на основе PostgreSQL.
Amazon RDS – это просто кластер, просто место, где запускаются инстансы разных СУБД. Например, нам нужен MySQL, нам нужен кто еще? SQL Server, нам нужен Postgre. Это все с лицензиями абсолютно легитимно, можно у них взять и пользовать. Причем они будут заботиться об копировании, о производительности этого инстанса, и вообще ничего не нужно делать. Amazon S3, уже говорили, это static, simple, static, что-то там, storage, 3S. Elastic Cache, это просто кэш. Хотите кэш, пожалуйста, он такой же, как SQL Server, инвалидируйте по маске, инвалидируйте по ключу, берите по ключу. Вы тратите накладные расходы просто на общение внутри одной подсети с гигабитными или 10-гигабитными интерфейсами. Вот все ваши накладные расходы. CloudFront. CloudFront – это просто кэш для статики, но это все-таки кэш. Мы можем туда положить и сказать, все забирай оттуда. По URL, по заголовкам, по еще чему-то. Я не включил сюда Aurora. Aurora – это СУБД as a service на базе MySQL. Она совместима с MySQL и PostgreSQL, которая не имеет компьютинг мощности. Эта компьютинг мощность подстраивается под потребляемую мощность. Она имеет storage, который тоже подстраивается под потребляемый вами storage. Это какие-то гениальные технологии. Но если мы говорим о том, как совместить, как соединить эти кусочки, начинается вот, ну, эта часть гуглежа, да, причем ничего не подходит. Это большая-большая иногда проблема, что нужен человек, который знает, где что взять и как это соединить для того, чтобы получить что-то в аппликации. И вот, вот сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну, 10-11 частей. Это очень маленький кусочек вообще интеграции, который реализует какую-то нужную функциональность. Но на самом деле это совершенное разнообразие порождает точно такое же разнообразие, возможность совершить точно такое же разнообразие. То есть вы можете или повторить такой же сервис, или заменить какие-то… Кто-то уже сделал эту структуру, эту схему, вы можете ее взять за основу и попытаться сделать что-то свое. В каждом из этих пунктов, да, этого списка, в рабочее или в нерабочее время. Почему? Потому что у них очень много появляется в Amazon, появляется в AWS, очень много разных сервисов, они развиваются постоянно, они проводят конференции, в основном инвент, очень большая конференция, иногда небольшие выездные конференции, например, в Киеве была где-то пару месяцев назад бесплатная, где рассказывали про фантастические вещи, которые они сделали там за год. Да? Я не буду рассказывать про каждый из этих сервисов, да? Но они закрывают вот эти 10 пунктов, они закрывают практически все взаимодействие, например, с большими данными. Или нам нужна большая компьютерная мощность заданной операции, пожалуйста, Elastic MapReduce. Нам нужен workflow, пожалуйста, Simple Workflow Service. Нам нужен промежуточный сборщик данных, Kinesis или Data Pipeline. Нам нужен анализ on the go руками по columnar store из Big Data или обычных CSV файлов. Пожалуйста, это Athena. Athena на моих глазах засосала за 3 секунды 100 гигабайт блогов, обработала их и построила график. Я был ошарашен и удивлен, это было на конференции, я сам этого не делал. Но это пример того, как мы решаем бизнес-задачи вместо решения конфигурационных и интеграционных задач внутри нашего приложения. Но первый же вопрос, который вы должны задать себе, когда настраиваете будь то физическая машина с PHP, будь то сервис, будь то Mongo или MQP, инсталляция или MySQL, или что угодно, или Amazon Service. Что мы будем делать, если его не станет? Что мы будем делать, если будет аномальная нагрузка? Как мы об этом узнаем? Каким образом мы сможем среагировать? Это первейшие вопросы, которые должен себе задавать, допустим, архитектор при построении вообще схемы на салфетке системы. Да? Не то, как оно будет работать. Как оно будет работать до первого падения, это одно. Переживет ли оно первое падение, это совершенно другой вопрос. Иногда несоизмеримые категории этих вопросов, да, вообще объем лежит на чаше этих весов. Поэтому CloudWatch гениальная штука. Это часть AWS сервиса,
которая интегрирована практически с каждым сервисом. Каждый сервис импортит что-то в CloudWatch. Если это физическая машина, понятно, это параметры физической машины, CPU, memory, диск, что-то еще. Если это RDS, это storage, количество транзакций, количество неудачных транзакций, еще что-то. Если это, например, очередь, то количество запросов за определенный момент времени в эту очередь, например, событий там, и так далее. Он имеет, помимо интеграции, практически бесконечную capacity. Все, что мы задаем через встроенную retention rules, через встроенную retention rules сохраняет данные какое-то количество времени. Например, 90 дней. Нам не нужны логи Nginx через 90 дней. Если не нужны, мы их возьмем оттуда и положим более дешевое хранилище. Он имеет AWS-агент. Это похоже на Elasticsearch Bit, который FileBit, LogBit, еще что-то, который мы можем добавлять собственные метрики, custom metrics, например. Наступило какое-то событие в нашей системе, наступило событие, бизнес-событие, и мониторить это. При этом CloudWatch является источником событий. Если наступает какое-то событие в CloudWatch, я покажу, каким образом оно наступает, что это вообще за событие. Но мы можем генерировать события и связываться с другими сервисами, чтобы что-то делать. Например, притормозить обработку, например, положение подкладения, не знаю, как сказать, сохранение в очередь на обработку, потому что наши инстансы обработки умирают, и ничего страшного, если мы обработаем сам. Или что-то еще. То есть мы можем на основе бизнес-правил выстраивать реакцию архитектуры на это. При этом CloudWatch имеет средства визуализации и вообще показа. Конечно, Elasticsearch не перепрыгнет, Elasticsearch прекраснейшим образом нарисованы картинки, как графики, круговые диаграммы, числовые показатели, но часть из этого есть в CloudWatch, можно найти графики и смотреть. И мы можем выгружать данные из Elasticsearch, CloudWatch, эти логи, анализировать их постфактум потом. Собственно, логстрим – это первое, с чего начинается. Мы записываем туда логи, которые могут быть фильтрованы, они фильтруются. Мы, например, каждое постоянно смотрим эти логи, ищем там слово error. После того, как наступил error, мы говорим, количество этих errors – это метрика. За какое-то определенное количество времени, за 5 минут, например, если там проскочило 5 ошибок, у нас дыра безопасности, хоть что-то у нас безопасности. У него есть средства визуализации дашборд. Это скромный дашборд, он просто говорит о том, здоровы ли наши узлы. По каждому из узлов можно построить, по каждой из метрик что-то визуализировано. И самое ценное, он выдает целый доллар. При том, что он связан почти с каждым сервисом, через вот эту цепочку фильтр, метрика, можно пропустить дашборд, мы приходим к alarm и посылаем какую-то реакцию, например, письмо, или нотификацию на SMS, например, администратору на телефон напрямую, либо что-то еще. Поэтому я не могу на самом деле охватить весь AWS только потому, что, например, тренинг по одному из сервисов длится один или два дня. И это не тренинг уровня Solution Architect. Поэтому я, к сожалению, не могу покрыть все и рассказать вам кучу интересностей. Нужно это пробовать, нужно делать, нужно ездить на мероприятия. До Киева недалеко и с регулярностью примерно раз в полгода или проходят ивенты AWS совершенно бесплатно. Все, что нужно сделать, это сесть на поезд, или на автомобиль, на мотоцикл, пешком, кто как добирается, на самолете. Но вот они, знания по этим. Но тут же задают вопрос, а сколько это стоит? Я так клево рассказываю, это офигенно, это супер. Я только что в самом начале своего доклада сказал, что предыдущий подход, который я расписал, да, с одними собственными сервисами и машинами, стоит денежек. Так вот, это тоже стоит денежек, которые можно посчитать предварительно в калькулятор AWS.
amazon.com. Там вы говорите, я хочу смотреть этот индекс смотреть цену, например, я предполагаю, такую загрузку буду использовать примерно такие сервисы, в месяц могу предзаказать машину на год. И он скажет, окей, с вас 300 баксов в месяц. И окей, то есть все приблизительно, но это дает возможность понять, сколько это будет стоить. Я не зря сюда включил небольшой свой супер-дупер аккаунт на GitHub. Там его немного, там немного полезных проектов, потому что в основном все, что мы разрабатываем, разрабатывается в рамках, понятно, платной разработки, которую я не могу вам народовать. Это сервисы, которые я сам сделал. Сервис, например, для запуска лямбда функции локально. Она требует всего лишь Node.js и WSSDP. Сборка лямбда функции в локальный архив для отправки в AWS, который может использоваться для совместно с AWS CLI для автоматической загрузки. И лямбда MVC — это небольшой Node.js фреймворк. MVC, конечно же, и мы все пишем такие фреймворки. На целых 100 строк, у которого есть request response, ошибка и middlewares для проверок всех. Но самое ценное, что у вас есть, и у каждого DevOps под руками есть эта консоль. И в этой консоли есть AWS CLI, помимо SDK для практически каждой популярной платформы. AWS CLI работает просто на машине, на любой машине и умеет делать с облаком Amazon все. Даже то, чего не умеет делать интерфейс. И это самый первый шаг к автоматизации инфраструктуры Amazon. Автоматизация инфраструктуры Amazon, без этого, к сожалению, DevOps и вообще все отказываются работать. И я, как, например, техник, говорю, если это не автоматизированное и руками не загружается, это упадет тогда, когда человек, который это делает, в отпуске. Или он заболел, или он недоступен, или что-то еще. Поэтому, как вы можете попробовать? Практически каждый сервис имеет free time. Первый год, я не знаю, как это называется, в культуре методов, интерфейсе или что-либо, как приходится адаптировать другие сервисы, которые зависят от него. И второй вопрос, это... Подожди, давай не отвечу. Как вы помните? Да, мы забудем. Крутой вопрос. Большинство сервисов версионируется. Например, API Gateway, ты можешь задеплоить новый API, не трогая старый. Лямбда функции версионируются. Если совсем такое глобальное изменение в интерфейсе, конечно, но это очевидно, что нужно менять все зависимые сервисы от него. Но наш большой друг CloudWatch может сказать, господа, errors, ай-ай, консоль, сыпет. Достаточно быстро не выпустить это за test environment или среагировать, например. Понятно, все деплоятся в небизнес, сейчас мы их заканчиваем, да? И мы можем быстро среагировать, наблюдая за CloudWatch. Спасибо. Второй вопрос. Возможно ли такая ситуация, как произошла недавно с Google Links, которые, укорачивание ссылок, да, то есть они прекращают свое существование и приходится что-либо менять, то есть вот такое? Да. На моей памяти этого не было. Понятно, если мы используем third-party сервис со своим terms of service и agreement, которые мы подписываем, они оставляют за собой право сами распоряжаться своим сервисом, не оставлять его жить, теряя там по миллиону долларов в месяц в угоду того, что Вася Кукин использует его на серчат. К сожалению, нельзя от этого защититься, кроме как следить за newsletter, следить за чатом. Но я не могу тебе сказать, что происходит, когда происходит permission этого сервиса. Мы надо что-то делать. В любом случае. Скажите, следующий. Как безболезненно... Я не вижу, кто вас спрашивает. Извините, пожалуйста. Как безболезненно мигрировать из докера? Зачем с него мигрировать? Надо на него мигрировать. То есть можно докера завернуть на Валерию? Конечно, это AWS Container Service. Нет, собака Container Service, если у вас есть. Он самый registry ester этих докер штук, он сам деплоит, сам разворачивает, сам дает тебе endpoint, и тебе ничего не надо делать. Просто говоришь, что ты контейнер развернись. Да. Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо за доклад. Я хотел бы еще добавить такой комментарий, как очень хорошим entry point является Elastic Beanstalk на AWS, который сходу уже дает и горизонтал скейлинг, и deployment в одну команду.
команду через AWS Key. И когда вы говорили про горизонтал скейлинг, называли много тузов, вот как вот с пинстоком у вас, может, какой-то был негативный опыт? Нет, ни позитивного, ни негативного никакого. Врать не буду. Окей, еще пару маленьких вопросов. Первый, там, когда у вас было Node.js, например, опять же, есть уже serverless, есть там попытка того же, по-моему, Apex, TJ, Halvaichika, есть уже serverless application model, который дает уже темплейты даже для CloudFormation. То есть зачем что-либо там еще изобретать, когда есть уже proven tools? Смотри, темплейты для CloudFormation в 99% случаев подразумевают развертывание машин. А мы хотим уйти от машин. Нет, именно serverless application model, это новое AWS сейчас. Честно тебе скажу, мы работаем по старинке, берем сервис, интегрируем его, туда записываем свой код, записываем что-то в этот же код, чтобы знать, что там за версия. Есть вопросы и проблемы с версионированием, но это решаемый вопрос. Я не хотел бы вносить в общую дискуссию, потому что мы застряли здесь. Окей. И, наверное, последний еще вопрос. Firewall и security group, кто работал с AWS, местами это действительно больно, особенно если это еще несколько регионов. Вот, как в одном регионе, Security group — это супер вообще изобретение, как и Virtual Private Cloud, VPC, который можно соединить кучу всего и заставить работать это изолированно. Я считаю это огромным благом, которая, если что-то не работает, оно не работает сразу, либо работает всегда. Поэтому понять, почему не доходят, допустим, к 80-му порту соединения, нужно сходить в security группу и сказать от любого разрешить 80. И все это сделать в интерфейсе, не надо никуда лазить, сделать это один раз, настроить эту security группу и сказать так. VPC эти используют security группу, они наследуют пропа, они наследуют эту матрицу доступа, которую мы ограничили красным ресурсом. Ой, вообще это ладно. Да. Спасибо, и, наверное, все, последний. Каст AWS действительно не дешевая штука, в Enterprise это деньги есть. Если это не Enterprise, это какой-то стартап, который доживает хотя бы до angel инвестирования. Как им его продать? И опять же, в условиях того, что Google, грубо говоря, дает намного больше бесплатно в первый год у него, в принципе, и Cloud Function есть, и, в принципе, Bigtable и так далее. Есть IBM, у которого есть платформа для машин-лернинга. Azure и так далее. Cloud, да. Хороший вопрос. И у меня ответ точно такой же. Решать должен кто это? Если это стартапер, он должен решать на основе данных, доступных ему. Например, у него есть опыт работы, как вы выбираете фреймворк, да, большинство. Я умею на нем работать, я его использую. Я умею что-то делать в Cloud AWS, я потыкал, у меня быстро получилось, он на нем живет. И зачастую правильный был вопрос про переезд с Cloud на Cloud, он там и остается навсегда. В нашем случае мы использовали несколько клаудов, у нас есть ресурсы в разных клаудах. И мы хотим от этого избавиться совсем, потому что это неудобно, это трафик, это latency, это разные механизмы для DevOps и короче. Но о чем мы говорим? О каких деньгах? Мы говорим, если ты говоришь, это стартап, который только дотягивает, вряд ли будет делать сразу YouTube, который оперирует миллиардами какими-то мощностями в месяц. Поэтому мы говорим о $300 там или $400 здесь. Зачастую не стоит такого вопроса, да, каждый выбирает, что нужно. Окей, спасибо. Спасибо за доклад. Но Amazon является серверной пулей. Мы с этой компанией столкнулись с тремя проблемами уже с Amazon. Первое, это когда их инженер положил на S3 на 12 часов. И потом еле восстановили. И потом еле восстановили. То есть это была большая боль для всего интернета. Это большая боль для глупых администраторов, которые так сделали, вместо копирования на Amazon Glacier. За 1 цент забивали. Даже меньше. Дальше мы столкнулись с проблемой, когда у нас в Амазоне в инстоке горела ошибка, и мы не знали почему. Потому что проверяем все логи, в логах нет ошибок. Ошибку удалось убрать, чтобы я и создал в инстоке снова. Поддержка применяемая стойки должна быть.
Ну, аккаунт был без техподдержки. Окей, там есть бесплатная поддержка. Они... Она отвечает 7-14 дней, да. Да, они отвечают через 14 дней. Ну, хочешь скорости, плати. Это как с машиной. И третья проблема, с которой мы столкнулись, это именно Роскомнадзор. Когда сервис используется по всему миру, и вдруг попадает вся Россия и не может пользоваться сервисом, потому что Роскомнадзор закрыл ваши айпишки. Не хочу понять. Когда используется собственный сервер, маленькая разница того, что у тебя будет сервер. Собственный сервер в каком клауде? Потому что этот клауд может пользоваться на дата-центре. Это дороже. Да, проблема соседей, по-моему, возникает. Да, да, но, например, наш законопослушный проект не будет вмешиваться. Ну, как-то так. Но он не имеет русскоязычного. После вашего законопослушного проекта может быть... Я понимаю, что ты видишь. Эта проблема есть, но я не видел ни одного серьезного последствия на моей памяти. Поэтому не могу тебе сказать, и не могу даже оценить риски и проблемы, связанные с этой. То есть у меня не было такого опыта, я об этом не думал. Спасибо за ответы. Да, я знаю. Знаешь, в любой аудитории есть какой-то критикан. Вот это ты. Понятно? Я сказал Максим, очень хорошо. Макс, у меня такой вопрос, может, расскажешь про свой опыт. Я по поводу интеграции амазоновских сервисов. Всередині вони работають класно, спрос немає. Як використання окремих його частин? Ну, банально S3 понятно, да, то есть просто сторож, як інші сервіси використовувати, є стоки? SDK і SEO, інше є. Наприклад, от їхні черги і нотифікації як для сторонніх сервісів, для використання на других місцях, як на мене, так кажеться. Подходящий, если тебя не волнует трафик туда-сюда, во-первых. Во-вторых, все, я уже говорил, все можно сделать с Amazon Click. Это все делается прямо из баша, прямо из командной строки, либо из любого PHP SDK, Node.js SDK, Python SDK, все что угодно. Нам нужно только открыть доступ к этому сервису снаружи, к этому endpoint через security группы. Да, это если ты управляешь туда. Если ты получаешь через AWS Lambda, которая является просто эмиттером события во внешний мир. Вот. И тут уже получается, что конкретно, то есть вода або цех майкрофон полностью не знаю, сервис, або на стороне из группы сервисов, которые сервис на сервисе, да. И да, и нет, мне не кажется, это сложно. Если у тебя есть задача что-то потрогать изнутри Amazon, то ее надо решать. Как решать? Это прям функция пишется за 10 минут. Задача, чтобы Amazon потрогать. А, ну да, Amazon трогает тебя через ряду функций или через, даже не знаю что. Через ряду функций. Это первое, что мне приходит на ум. И там ты пишешь HTTP, get, там, вон, да, там все закончить, это продавать все закончить. Прости. Ты сам ставишь неудобную задачу, а потом жалуешься, что ты неудобно ее решаешь. Спасибо. Так, еще у нас есть 1-2-2. Еще вопросы будут? Я открыт для предложений, я независим от транспорта. Сейчас я доскочу. 1-2-3. Щось не так, мені здається. Раз. Можливо, просто 8? Можливо. Раз, два, три, о, так краще. Красно, дякую за доповідь, було дуже цікаво слухати. 24 роки тому я сам був доповідь по АВС. І те, що ти розповідаєш, було дуже цікаво сказати. Що казати про критикану, то критикант може бути я. Насправді можна зараз 5 розповідати про проблеми з АВС. А не есть, конечно. Мабуть, просто з тим, хто за цим зіткнеться, про сервіси, про регіони. Регіони, не всі регіони, не всі деплойменти мають всі сервіси. Так. І дуже ймовірно, що ніколи там не з'явиться. Це те, з чим ми зіткнулися, ми вже роками чекаємо, поки з'являться деякі сервіси в деяких регіонах. Трафік між регіонами безплатний, звісно. Ні, трафік між регіонами платний.
між центром в одному і не скажу. З Канади забрали в Австралію дорогу. Окей, я не буду спорити. Окей, ну так, добре, зараз я не буду піднімати хвилю критиканства, я не можу зрозуміти, не зрозумів тільки один пункт по EPA-2, який сенс. Тобто далі, після EPA-2, нам треба зробити наш application. Ми зараз просто в проєкті розглядаємо саме цю можливість, що, ну, добре, він інтерпретував якісь заходи, далі треба все одно зрегулювати на application. Перше. EPA-2 може зробити первичную обработку твоих данных в модели, какую-то модель, принятую твоей аппликации. У EPA Gateway есть модель Integration Request и Integration Response. Это базовые преобразования, которые можно сделать с данными. Второе. К сожалению, лямбда-функцию просто так вызвать не получится. Она не вызывается, кроме как через AWS CLI, CLI, да, я могу потрогать лямбда-функцию. Извне API Gateway нужно, чтобы получить на портах 80443, а возможно нет, сейчас уже с этим новым вебом непонятно, получить что-то отвечающее. То есть это всего лишь RESTful Gateway. Для того, чтобы получить это, сделать из этого запрос и сказать, кто-нибудь обработайте, дайте мне результат. Так от хто-небудь працюйте, так щоб тут якась бізнес-логіка. На лямбдах нам не може бути підняти все. Почому це? Тому що півгодини на лямбді живе. Ні, більше часу, напевно. Но 5 минут на запрос не хватает в большинстве случаев. Если это не так, я вполне спокойно могу имитировать события где-нибудь в очереди и обработать его длинным ордером, если у него длинный запрос. Тут суть в другом. В том, что, первое, API Gateway — это твой Nginx, да, у которой каждый из локейшн настроен в разное выполнение, в разное место выполнения. Да? И этот Nginx умеет тротлиться. Я могу тормозить клиента после 5000 в минуту. Потому что я знаю, что это убьет мою аппликацию. Я говорю, ребятки, подождите. И он просто висит это соединение, он ждет, потом отправляется на выполнение. API Gateway может быть, может поддерживать версионирование этих сервисов, потому что API Gateway оперирует, сейчас я найду, API Gateway, вот, он оперирует, не знаю, видно или нет, это ресурсы, это описание нашей модели, нашего сервиса. У нас есть stages, stages это deployment. Когда мы что-то поменяли в этом API Gateway, мы деплоим новый стейдж, например, V2, V3, V10, V1, V2, V4, V5, который встраивается в URL. И это сразу версионирует твой этот сервис. И это могут быть разные лямбда-функции с разным набором интерфейсов, но первичный сервис, который был раньше, он остается. И это очень ценно, мне кажется. Да? Плюс, ну и куча вот этих штучек, да, мы сразу, например, получаем клевый дашборд с разбиением по реквестам, сколько раз, какой latency, сколько миллисекунд, average и все такое. Мы можем выделять модели входящие-исходящие, описывая их и преобразовывая входящий запрос сразу в эту модель. Мы можем кучу всего делать. Аутентификацию даже привязать мы можем базовую к API Gateway. Это же манна небесная. Я сам вам послал. Я не могу на цьому етапі зрозуміти, дивитися. Що з окрім лямбди? Можна туди підключити? Через що? Тобто у мене є зараз аплікейшн, його бізнес-логіка складна. Не буде я підписуватися на лямбди за роки життя. Самий крутий метод – це хитати прокси. Okay. Ты можешь спрятать все, что угодно, весь твой код, любое количество машин под этим HTTP-прокси, спрятать его за этим API Gateway и использовать просто его capabilities по тротлингу, по аутентификации, по преобразованию, по всякому такому. Есть пока меня устраивала интеграция API Gateway. Да. Это очень, очень круто работает и какая-то функциональность настраивается за считанные часы, которые уже приносят результаты. Я прям тут добавлю. Либо у меня есть API Lambda Local, который я запускаю у себя, как все консоли будут.
но я не использую какой-то дебаггер, скажу сразу. Для лямбда, потому что, может, я о нем не знаю, я не JavaScript программист в своей карьере, да, это побочный язык для меня. Я могу на нем писать, помню, если сломали мне мозг, но в общем и целом я могу как-то оперировать. Да? Так вот, у меня нет специфических знаний, как PHP с дебагом строить, всякие такие штуки делать. Я уверен, есть какие-то дебагеры для ноды, но локальные. Как дебагать в этом самом, в среде выполнения уже в настроении AWS? Первое, CloudWatch Group, я объясню почему. Любой консоль лог или любой output в CDR попадает в логстрим в CloudWatch. Он, а, из кабельный, его можно найти, б, его можно проанализировать, то есть это может любой сущность в Git. Да, к сожалению, это связано с редеплойментом. Но API Gateway ты можешь временно, не меняя сущности, просто на, допустим, вот этот пост, ну да, на один из методов, настроить другую лямбду функцию, которая подебагается, и потом. Смотри, ну и там сама проблема в том, что лямбда, Node.js, лямбда працює трошки інакше. Це треба тільки в логах вибудувати, і це теж ламало місць. Java, США, Python. Я скажу більше, ми туди ставили дуже кафедрі речі прямо і експериментували з ними. Там відео подавали себе. Ну, це комп'єкт, туди внутрі і все. Тобто лямбду можна запитати дуже багато чого. Так, я знаю, я знаю. У мене навіть є локальний сторіч, який, к сожалению, не консиститься, але... Можно притащить с собой этот бинарник. И самое прикольное то, что лямбда единожды, будучи скомпилированная, она сохраняет свое скомпилированное состояние. Первый запрос идет, например, 10 секунд. Второй запрос и последующий 0.3. Потому что она уже скомпилировалась, и уже это все как бы в кэше этого Node.js двигателя, это 8 где-то лежит. Вот. При этом она сама масштабируется на огромное количество машин. То есть я могу запустить 1 миллион потоков за 3 секунды. И они сделаются. Ну, а приемные девайсы различные, тобто каких приемных шкода. Красно, я еще раз положу сказал. Спасибо большое за вас. Так, а у кого у нас еще были вопросы? Спасибо за доклад. Вопрос такой, как бы, пока я знаю, все классно, но не смогалось ли с проблемой стоит ресурсов, когда как бы, у нас есть какой-то EC2 инстанс, и Amazon под себя там берет 5-10-15% ресурсов вашего инстанса. Это значит, где-то майнер там сидит, майнер не трогает. Хорошо, спасибо. Нет, не было такого. У нас, я не могу вычленить эту нагрузку из инстанса, потому что он всегда нагружен, на то он и работает, чтобы работать. Спасибо всем. Я так смотрю, больше вопросов. Еще есть вопросы? И у Димы. Давай. А нужно ли как-то дополнительно конфигурировать приложение, чтобы отлавливать с собой все эксепшены? Ну, всегда нужно это делать, как мне кажется, нет? Я не понимаю сути вопроса. Да. На Python, на Django есть связка Raven и Sentry. Нужно ли как-то Raven? Конечно, в самом конце выполнения ты говоришь catch-all или binary, или что-нибудь еще, записать блок и выдать код, простите, приходите завтра. Ну, это здравый смысл. Так, хорошо, спасибо. Еще вопрос. Ну давайте, последний. Очень быстрый вопрос. Можно ли CloudWatch подавать свои уведомления? Конечно. То есть делается через SDK, да? Да, через SDK. Я советую использовать AWS, не помню, как называется, CloudWatch Agent, по-моему. Это аналог Elasticsearch Bits, который умеет, например, перенаправлять файл. Он только этим и занимается. Он определенный логстрим, фигачит файл. Он поменялся, через 3 секунды могут я имею этот файл. Чем это хорошо? Я никогда не знаю, что происходит на машине, точнее, я знаю, но я никогда не захожу туда в SSH, если что-то совсем не страшное произошло.
я вижу в CloudWatch, PHP Log, Nginx Access Log, Nginx Server Log, Messages, Valor Messages, если что-то случилось, что-то еще, все машинные логи, которые интересны нам, конструируются в нашей задаче. Если мне нужна бизнес логи, то есть я из моего кода спокойно через AWS CLI, ну не через SDK, я говорю, вот мой, типа, вот мой логстрим туда. Все, и событие там одно. Но он, CloudWatch, офигенно сделан каким образом? Он принимает JSON, обычные файлы, там, разделенные с петой, пробелами и так далее, и можно в поле поиска по маске сразу разделять эти штуки. Например, для Nginx лога, access лога, я указываю там дата, IP, хост, request, количество там, код ответа, да, количество данных отправленных. Я могу сказать, это и код ответа 400 звездочек. И получить все 400 ошибок сразу же. За определенный момент времени, хоть за все время, хоть за 5 минут последних, разумеется. И это дает неограниченные возможности по настройке мониторинга, по настройке кастом событий для тебя. Плюс он умеет разбирать JSON. Все наши логи приложения — это JSON, которым я говорю, доллар код — вот этот, доллар severity — вот это, или доллар message содержит там error, или что-то еще. И таким образом я могу получить фильтрацию вплоть до одного месседжа. Спасибо, Максим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.